И снова здравствуйте, уважаемые друзья! У меня сегодня опять тема о заточке цепи, а конкретнее о заточке цепи для продольного пила. Сейчас у меня в руках цепь с 325 шагом. Было бы неплохо, если бы я заточил 3 восьмых. Многие скажут, что лучше будет 3 восьмых для продольного пила, но у меня сейчас в руках моя цепь, которую я убил о корневище. Я выпиливал корень под фундамент забора и не жалел данную цепь. Она изрядно пострадала. Такая завальцована кромка здесь. И сейчас я сделаю ее под продольный распил. Мне нужно распилить то бревно, которое я спилил малышкой из Китая. И сейчас я буду рассказывать и показывать, как это сделать правильно. Мало кто такое, кстати, рассказывает. Все говорят, заточить под 10 градусов. Но определенные нюансы никто не вспоминает. Сейчас я на станке, который я переделал в прошлом видео. Ссылка, это первая ссылка в описании. Как сделать станку реверс. Тоже интересно, можете переходить. А сейчас я покажу, как она здесь завальцована. И что с этим можно сделать. А сделать можно даже лялечку с этой цепи. Вот так симпатично завальцована кромка. Как вы видите, это был когда-то режущий зуб. Цепь видела все. И песок, и земля, и даже щебенка. Но в работе бывает, приходит такое исступление, что отдал бы все, лишь бы допилить этот корень. Сейчас я... Вот это все было заточено под 30 градусов. Сейчас я буду затачивать под 10 градусов и буду снимать, естественно, зуб ограничения пропила. Что немаловажно при заточке цепи, как для поперечного реза, так и для продольного реза, это снятие зуба ограничения пропила. Вот у меня есть такие шаблончики. Вот этот, это Хускварна, я раньше показывал. В данном случае у меня есть еще два. Это штилевские шаблоны. Многие их узнали. Это 3 восьмых шаг и 325 шаг. Я, конечно, вот покажу упаковочки. Вот, раз, FL3, FL2, я сохраняю упаковочки не для того, чтобы показать, а для того, что здесь вот пишется, какая цепь именно может им заточиться. То есть не все цепи даже одного шага не подходят, вот, как и вот это. Здесь написаны тоже вот типы цепей. Ну, пока 3 восьмых, 3 восьмых нам не надо. Вот я буду использовать это FL3 для 325 шага. Вот. Ну, немного подъезаны. Но, тем не менее, я ими работаю. Итак, 325 шаг. Как вы видите, есть hard, есть soft. Вот, я буду затачивать на вот этом шаблончике, где написано hard. Это для твердых пород древесины, но для продольного распила мне это подойдет. Вот это soft, это для мягкой древесины. Сосну, например, можно распиливать, если спилить зубоограничения. Ну, особой ощутимой разницы, если у вас мощная бензопила, вы не почувствуете. Итак, для начала я сейчас затачиваю цепь под 10 градусов. Вот сейчас у меня столик был развернут на 30 градусов. Я выставляю, как вы видите, вот 10 градусов. Фиксирую столик. И включаю, естественно, на станке реверс. Сейчас я затачиваю вот этот левый зуб, который с этой стороны. И вот диск у меня вращается вот в эту сторону. Так, изначально мне нужно, естественно, выставить. Так, раз. И спиливать полностью вот эту завальцовку. Но я думаю... Под 30 градусов тело зуба уйдет намного дальше, чем под 10 градусов. Ну, это стоит учитывать. Итак, начинаем.
переворачиваем столик на другую сторону. Одну сторону я уже заточил. Выставляем также четко 10 градусов и уже затачиваем вот этот зуб. Ну и естественно переключаем реверс, и диск вращается уже в правильную сторону. Итак, закончил я заточку. Дальше профилактика зуба, ограничение пропила. Так как зуб ушел, где-то сейчас я 1.5 миллиметра стачивал тело режущего зуба. Сейчас в данном случае у меня не выдержан зазор между зубом ограничения пропила и верхней кромкой режущего зуба. Она должна быть приблизительно от 0.55 до 0.70 миллиметра, то есть в среднем может на коробках с цепью писаться 0.65. Сейчас я покажу, как это сделать с помощью проставки. Вот так, с помощью ключика, есть штатное место такое. Дальше идет вход ручной труд. Так, как я раньше сказал, я буду затачивать на хард, то есть на твердую древесину. Это значит, что зазорчик этот будет меньше. На софт, для мягкой древесины, зазорчик будет больше. То есть для софт зазор может быть 0,7, а для хард зазор может быть 0,55. Но это сложно здесь померить. Просто многие довольно часто путают, думают, хард это значит что-то сильное, это зазор значит больше. На самом деле хард это значит твердая порода древесины, а софт мягкая. Соответственно, здесь зазор получится больше, а вот здесь зазорчик получится меньше. Итак, как это все сделать? Немного упорную планку назад отведу. Вот сейчас мне понадобится фиксатор, которого здесь нет, поэтому я применяю ключик. Вот, и вот между двумя заклепками, вот здесь зуб устанавливаю так, чтобы он был где-то по центру вот этого зажима, и фиксирую вот так, раз. Итак, как эту пластинку применять? Видим, вот такие интересная фигура. Вот наставляем сверху на режущий зуб, он у нас не участвует, и вот ограничитель пропила получается вот здесь слева, да, упираем вот этой частью, вот ставим на боковые соединительные звенья, и у нас вот выше плоскости оказался вот этот зуб ограничения пропила. Ну и собственно, постоянно вот так удерживая, абсолютно перпендикулярно, если вы точите на шине, перпендикулярно шине. Сейчас я точу перпендикулярно держателю хвостовика цепи, и напильником спиливаем.
Вот, 2-3-4 раза напильником пройтись, и вот слышим вот такой звук. Напильник не воспринимает напряжение, а идет по шаблону. Вот немного запилен шаблончик, да, не одну цепь уже профилактику я сделал. Так, отжимаем, переходим дальше. Я постоянно точу не на шине, а вот на станке, потому что здесь есть возможность зажать хвостовик цепи, и она более-менее держится в своей посадке. Итак, следующий зуб. Так, сейчас уже переходим на другую сторону. Вот, точно так же вот устанавливаем. Вот, упираем, держим перпендикулярно и точно так же спиливаем. Ну и в принципе получилось все приблизительно одинаково, все потому, что я делал это не на шине, а на столике заточного станка и зажимал вот этот держатель хвостовика цепи. Итак, уважаемые друзья, цепь я заточил, сейчас будет ее практическое применение. Сейчас я запускаю волшебный телепорт, который переместит меня немного в другое место. Ну что же, уважаемые друзья, волшебный телепорт сработал. Сейчас я уже опять на природе. У меня уже другая бензопила. Сейчас я сделаю ровный спил бревна и буду размещать на доски. Итак, продолжаем. Здесь под продольный пил, вы ошибаетесь, сейчас цепь правильно под поперечный пил, сейчас я заменю цепь на ту, которую я заточил, ну и естественно буду продолжать. Ну и когда разметку я уже сделал, сейчас я отпиливаю боковушку и размечаю уже вот так на доски. Ну и так пробуем, что у меня, собственно, получилось.
Ну вот так получилось. Сейчас я ее разворачиваю, размечаю и буду уже точно таким же образом нарезать на доски. Спил получился идеальный за счет длины шины. То есть шина у меня 55-я, хотя цепь и немного толстая, 325-й шаг, орегоновская. Но за счет того она стабильно себя ведет, и спил просто почти идеальный. Ну, идеальным назвать это сложно для бензопилы, но для бензопилы такое в принципе не предназначено. И немного от себя добавлю. Видели, как я пилил, то есть пилу постоянно где-то под 30-40 градусов, то есть не вот так перпендикулярно волокнам, а под наклоном. Это и есть продольный рез. Итак, продолжаем. Ну что ж, уважаемые друзья, на сегодня я закончил. Закончился бензин. На самом деле, отпилил одну нормальную доску. Единственное, что радует, расход бензина не радует. Радует стружка. Вот такая длинная, большая, красивая стружка, как вы видите. Если пила, если шина будет вот так, где-то приблизительно 30 градусов относительно бревна. Если же этот угол стремится к 90 градусам, это, естественно, производительность падает приблизительно к нулю. Ну, вот такой продольный пил. Я думаю, у меня все получилось. Единственное, что
доработаю все завтра. Ну а пока, уважаемые друзья, кому понравилось видео, естественно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет еще много нового интересного по технике.